Политическая борьба, прогрессирующий экономический кризис, жесткий контроль валюты со стороны властей и нехватка товаров первой необходимости – все это насущные проблемы Венесуэлы. Сложная ситуация в стране толкает тысячи ее жителей на поиск лучшего будущего за рубежом. Их не останавливает даже перспектива начинать все с нуля. Венесуэльцы перебираются в другие государства Латинской Америки, в США и Европу. Большинство из них – представители среднего класса, получившие образование не ниже степени бакалавра. В итоге миграция привела к так называемой утечке мозгов. Из-за своего социального статуса многие квалифицированные специалисты уезжают. Страну покидают люди, владеющие многими технологиями, знающие свое дело. Журналист Мариана Серана эмигрирует вместе с мужем в Великобританию. Что касается возможностей для специалистов, то в этом отношении Венесуэла проигрывает любой другой стране. В этом случае мы выбрали Англию, поскольку защищенность – ключевой момент для нас. Так что приходится отказываться от жизни в собственной стране, чтобы начать все заново со своей семьей. Наряду с тяжелым финансовым положением венесуэльцев вынуждает эмигрировать рост преступности. По ночам люди даже не рискуют выходить на улицу. Фернандо Палома решил перебраться жить в Испанию. Однажды ему пришлось столкнуться с вооруженными грабителями у себя дома. Экономическая ситуация очень жесткая. Я только что женился, и мне не по карману купить жилье. Я мог бы работать всю свою жизнь, но не накопить денег на него. Также встает вопрос безопасности. Вам привычно слышать, что другие люди стали жертвой преступников, но только не ваши родственники. Кто-то ворвался в мой дом несколько месяцев назад. Это был серьезный инцидент, но, к счастью, никто не пострадал. Некоторые венесуэльцы надеялись, что в стране произойдут изменения к лучшему после смерти социалистического лидера Уго Чавеса. Однако пост президента занял его сторонник Николас Мадуро. Политический курс обоих направлен на поддержку только низших слоев населения. Согласно исследованиям социологов Центрального университета Венесуэлы, за рубежом в настоящее время проживает более 1,5 миллиона венесуэльцев, что составляет 6% всего населения государства. Подавляющее большинство людей уезжали из страны во время правления Чавеса. Но при нынешнем президенте темп эмиграции также высокий.